Блядь, ему больно. Ножку тыкать, конечно. Конечно, в попу. В жопу, блядь. Ё-моё, как он. Ну, смотри. Сабонеры, прошу удалиться. Все. Это сердце. Клюв. Пожарного. Нет, я не буду его лично, не могу. С ним знаком, да? На жопу не идет? Тихо. Нет, все. Я видел его глаза. А что, это мозги? Нет, это кишки. В голове кишки? Ну да. Ну, в ногах. У него только голова есть, а остальные ноги. Это он называется спиной. Логично, блин. Октопус. Это ты знаешь, блин. Что там убьет? Он уже тренируется, он на курице пока отбивает. Это уже по-новому, блядь. На котлетах, блин. Деньги шли? Да, Денина еще так подворачивает. Да, ладно, чё, подворачивай. Ну, да? Говорит, тренируйся, говорит, я в жизни так не сделаю. Тренируйся на пол. А что, почти как курица, ёпта. Ну да. Только по-другому чуть-чуть. Ты... Вау, блядь. Они же умрут. Они? Ну ладно. Посвети кошек. Посвети. Как кошки живут. И завтра что они придут такие во сне, бля, кушки, бля, на восьми лапах, бля, с присосками. Ты сразу опять ставишь? Угу. Ну, тебе уже нужно цехи. Вот это такой большой, блин, попался. Пойдет, если все. Осталось только... Ой, ё-моё. Давай, Ким. А, вот теперь отбивать его надо, да, чтобы он был мягкий, ну, да? Да, так через туда не повезет. Но... Не буду, как прилетели, бля. Коты? Угу. Ну, что, греческие же коты. О, это кто? Кто у них обычно делает? Ну. Хорошо. Все. Ну, было животное, бля. Что там стало? Сплоснись, мы еще будем. Ну, вообще не готовы. Ну, Генка, не того. Что сделал? А. Пошли летают. Давай ты Генку запихай. Пошли, поехали. Подожди, тазик возьму, там нужен. Что запихай, тебе? Запихай это, да? Ну, палки. Э, идем. Бить и мыть. Чтобы он был битый, но мы